но сейчас готов первый лук Хесуса. Единственное, этот козел запретил волосы трогать. Можно будет куда-то... А куда его посадить вообще здесь? Или куда он встанет? Пройдет где? Или пойдем на кухню к нему? Пойдем на кухню. Хесус там, блядь. Ну, мы показываем, он должен уже. Первый лук готов. Отойдите все с прохода. А что, уже снимают меня, что ли? А, привет. Это я. А что так неожиданно, блин? Ну, а что палочку. Так неожиданно? Ну, да, что, как, Хес. Нормально, нет. Так вот же микрофон. Вот. Алло, привет. Или петличный микрофон, например. Это наш первый образ. Это стиль гранж. Леш, как тебе вообще по ощущениям этот твой комплект? Непривычненько? Вот эта штука душит. Душит. То есть водолазки ты не любишь? Нет. А цепочка? Цепочка, мне ее Дрейк одолжил, наверное. Андрюх, ты что, блядь, запутал нахуй? Мы ее дополнили элементами, наш комплект. А, в целом, сам образ прикольный, ему идет. Ну, понятно, что ему непривычно, но как бы вот на контрасте того, что он носит в обычной жизни, это смотрится красиво, и даже твоя прическа сюда подходит. Отлично. Моя прическа везде подходит. Кес, у тебя самому как? Ну, нормально вроде, только не нравятся джинсы, что они слишком узкие. Типа... Как спичка хожу. Хорошо. Мы вверх тебе сбалансировали, более объемная рубашка. Она как раз сбалансировала твой рост и фигуру. Ну, давай, по 10-бальной шкале. Я, чтобы оценил? Да. Ну как сам себя? Пусть чат оценит. Прошу, в туалет зайди. Проходите. Я думаю, это надо вон у зрителей спрашивать. Я ладно, не знаю. Чат, от 1 до 10 лук. Ну они потом все образы оценят же, да? У нас же еще будет. Еще два. Еще этот два, еще да, два. А потом посмотрите, как. Ну, на самом деле, очень много версий, но я очень много вижу нулей, десяток и семерок. Не, ноль это мем такой. Да. Ну, как-то так. Я бы 8 или 7 вот так вот дал где-то. 7. А может пройтись еще показать? Ну, чат на самом деле... Вот ты скажи. Давай ты скажи. От 0 до 10. Блять, ну если сравнивать в том, в чем он ходил и приехал, на меня не смотрят, да? Понятно, я без стилиста был. Ему этот стиль водолазочка вообще подходит, я вам могу сказать. Мне нравится где-то, ну, на девяточку, потому что прическу не дал потрогать. И я думаю, чат бы замашнил его. В любом случае ему вернут такой прикидон. Я бы хотел посмотреть, как прическа может по-другому лежать, потому что от этого многое зависит, я думаю. Слушай, у нас проблема с одеждой была, не с прической. Ну, это уже не мои вопросы. А у вас еще луков сколько будет? Два. Два. Отправляйте. Что еще посмотрите в других образах. Let's go. Отправляйтесь. Все, пойдем, через час получается. Пойдем только, меняться. Да. Пожалуйста, пока. Прическу Хесу ступи, а. Отстань. Ну, козел. Козел. Ну, как обычно, типа, без приколов не получается Хесус всегда. Так, а у нас готов? Стоп. Перед тем, как наказание я выходит посъебан. Хесус. Пройди сюда. Здрасте. Ну, че, ёпта. А? Это наш второй образ. Более спортивный. Стиль спортшик в его оттенках. Светлые, сиреневые, холодные тона. В этом тебе более комфортно, да? Ну, да. Ну, да. Блять, мое очко там видно, ебано. Вот, и добавили немножко объемов в штанишках, в рубашке, в оверсайз. Вов, ну что скажешь? Ну, давай, че. Лук прикольный, мне понравился. Но тот был более подходящий, мне кажется. Водолазка. Да, мне прям понравилась водолазка, и этому, наверное, поставлю 7. Я бы сказал. Ну, вообще круто, типа, он вообще по-другому выглядит абсолютно. Старый, ты помолодел. Освежился, да. Это цвета, которые освежают. Вот я хочу просто, чтобы ты знал, что не всегда нужно покупать какую-то дорогую хуйню, чтобы выглядеть стильно. Ага, спасибо. А я и не знал прям, да? А я и не знал. Короче, еще раз покажем. Покажите его еще раз. Да, покрутись. Покрутись, да. Ну, не знаю, ты позиция... Ой, бля, ебать. У нас остается, правильно я понимаю, третий. У нас еще один образ, да. Да. Давайте тогда мы вас отправляем. В любом случае. Давайте мне микрофон. Переодевайте Хесуса. У нас что следующим сейчас? Пока. Мы идем на рулеточку. Наказание. Да. Стоп! Чё за хуйня? Ну-ка, погодите, ребят, переигровочка. Так, ну переодеваться мы попозже будем. Никитос! Да. Попизди 5 секунд, я сейчас приду, срочно. Да, пока у нас есть минуточка, я хочу напомнить, что у нас есть специальный конкурс. Йоу! Пора. Ну чё, салаги?
Ну что, ну что, как вам этот образ? Брат, мне нужна твоя одежда. Мега пафосный, дерзкий образ. Мы его оставили на самый последок, на десерт. Тебе как в этом образе? Мне предыдущий понравился больше. А у меня же петличка. Я понял. Короче, предыдущий мне, который второй, понравился больше всех, а этот слишком вызывающий, я не знаю, куда в нем ходить. Но не знаешь, куда себя в нем деть, да? Слишком много внимания. Уже столько людей подошло, сказал, вау, вау, круто, круто. Ты во втором куда-нибудь Брат, пошел? Где твой Харли Дэвидсон? Во втором луке куда-нибудь, ну, вышел, серьез? Куда угодно. А вот да, в этом это его я более не знаю. Такой вот образ, видимо, самый близкий, да, второй такой вот, светленький, спортивненький. Да Брат, а кто нам Владимирский Централ включил? Вообще надо было под гачи выходить в таком образе, я считаю. Мне этот понравился, ну, это необычно. Я поставлю 8. По, ну, такой, знаете, более дерзкий, хесу бы пошло. Очки верни, правда. И если не знать, что это за человек, в принципе, отличный все у тебя стиль. Окей, из трех образов какой тебе больше всего? Больше всего первый вкатил. Больше всего всем, прям... Всем первый больше. Всем первый, да. Не надо ну, первый. Давайте второй лучше. Погодите, а вы типа ему отдадите, если что, или как? Или это работает? Если я захочу, я могу... А, нет, понимаю. Первый. Все за первый. Не-не-не, все за второй, пожалуйста. Я первый не буду. Давайте голосование. Первый душит голосование здесь. В чате, да, пожалуйста. Первый был круче. Нет, второй круче. Голосование мудрое, чуть быстрее. Даже если третий можете, но не надо первый. Там эта фигня на шее, она душит, не надо. Ты сам душный, там блядь. Там водолазка сам была, ты... водолазка. Вот водолазка, она мне не нравится, да, мне в ней некомфортно. Поэтому итак, чат, какой голосуйте. Лук? Смотрим. Второй, пожалуйста. Ребят, блядь, какого хуя вы его слушаете, я вообще не пойму. Второй или третий? Типа, пожалуйста. А вот что так... тебя, что ли, вот, слушать, ну блядь? Ну вот он опять сидит, не тебе носить, давит. А мне носить. Бля, конфликта давно не было, блядь. Давай конфликт. Ты реально решил, ты со мной хочешь поспоришь? Да, блядь, ну что за... Ладно, второй. Все, я... Отлично, там спасибо, чат, спасибо большое. Все тебе подыграли. Они меня просто боятся. Они всю жизнь ему подыгрывают постоянно. Меня боятся. Ты завтра во втором будешь ходить весь день? Да. Забились. Все? А что у нас дальше? Вот я сейчас разрешу микрофон. Сейчас как раз хотел обсудить это с тобой. Хес, мы тогда вас отпустим, чтобы ты переоделся в то, что хочешь. Ага. И будем ждать обратно. В своем, в любом, в я любимом. Понял. Все. Хесу, большое спасибо. Спасибо большое нашему стилисту. Под лицу, все к лицу. Все, да. Где твой? Давай это... Завали. Второй лук победил. Чатик, спасибо большое. Смотри.